Всем привет! Сегодня мы столкнулись вот с такой вот проблемой. Вот такая ошибка вылезла при старте компьютера. Решается она простыми путями. Сейчас покажу, что нужно делать. Так, ребят, эта ошибка возникает в основном по двум причинам. Либо же неправильные настройки биоса, либо же что-то с вашим жестким диском. Он либо вышел из строя, либо барахлит, либо что-то еще. Или же просто на разъемах SATA кабеля, которым подключается жесткий диск, образовались окислы или пылевые накопления, отчего он тоже может не работать. То есть вы знаете, что делать, если проблема в жестком диске. То есть вы чистите контакты для начала на SATA проводе каким-нибудь спиртовым средством. Но прежде чем понять, что что-то не так с жестким диском, для начала давайте посмотрим на настройки биоса. Что здесь нужно поменять, посмотреть. Так, для начала нам нужно открыть расширенное меню. Вот такой вот BIOS, как пример. Дополнительно открываем расширенный режим. Находим здесь вкладку Boot или загрузки. Ищем здесь параметр CSM. Далее здесь может быть отключен CSM. Если он отключен, вы получаете эту ошибку, то его просто нужно включить, Enable. Дальше посмотреть параметры загрузочного устройства, это важно. Если здесь стоит только UEFI, то поставить надо UEFI или Gaze Op ROM. Либо же сделать все наоборот. И затем нажать клавишу F10, сохранить настройки и перепроверить, не заработало ли у вас устройство. Как видите, проблему я устранил всего лишь настроив BIOS правильно. То есть тип загрузки UEFI или Gaze. Выставляете и... Затем проблема решается очень просто. Кстати, это проблема из разряда нескольких других. Например, если у вас зациклился BIOS или зациклилось boot меню, или же, возможно, у вас какие-то надписи появляются, например, no bootable device, либо же просто зависает заставка при включении компьютера. Это все проблемы схожие. И они связаны, как правило, с жестким диском, либо же с настройками BIOS, запуска жесткого диска. Ну, на этом все. По ссылочке в описании вы найдете подобные проблемы. Возможно, будет именно решение для вас. Всем пока.